Тем временем старый Нарьян-Мар уходит в историю. На центральной улице города начали сносить ветхие строения. Под тяжелую технику попали деревянные дома номер 10 и 21, что на улице Смедовича. Напомню, эти жилые объекты были расселены еще несколько месяцев назад. Работы по сносу выполняют подрядные организации местных предпринимателей. Это общество «Альфа-сервис» и «П. Филиппова». Планируется, что здания уберут раньше срока, обозначенного в контракте, то есть до 1 августа. Ряд домов, расположенных на так называемом «Арбате», 7, 9, 14, 17 и 32 сноситься не будут. Так решила городская администрация. Чуть позже строение реконструируют. Помимо этого, в ближайшее время планируется ликвидировать расселенные ранее постройки, признанные непригодными для проживания. Это Рыбников 8 и 60 лет октября 52. Всего за 2014-2015 годы снесут 57 многоквартирных домов.